это осталось с падения. Шестой год продолжается расследование, которое, увы, является политически заангажированным, и все следствие, которое проходит в этот период, оно просто подводит под ту версию, которая была озвучена в первых двух часах. Конечно же, мы видим, что пытаются Киев, конечно же, всеми возможными способами снять с себя вину, переложить на народное ополчение Донбасса, на Россию. Дмитриев. Мелочь Дмитриев. Я не буду.